Всем йоу, друзья, с вами, как всегда, на связи Фантедоминатор, и сегодня мы поиграем в Mudrunner и пройдем первое испытание. Фура. Подберите полуприцеп и доставьте его в небольшой городок. Дополнительное задание. Не повредите свою любую другую машинку, не выезжайте на встречную полосу. При движении с прицепом используйте камеру в кабине. Хорошо. Дополнительное задание мы поняли, поэтому давайте как-то будем разбираться, как это вообще все работает. Да, если вы увидите немножко обрезанные или подлагнутые моменты, то претензии не ко мне, претензии к ОБС, который снял говно. Ладно, погнали. Так, ну получается, прицеп мы доставили, теперь нужно просто встать в красную точку, и мы завершим с вами миссию. Фура. Вы завершили испытание, ага, не выезжать на встречную полосу. Я понял. Давайте начнем следующую миссию. Добро пожаловать в испытание. Получается, сейчас нам нужно доставить бревна, починить транспорт. Ну, еще дополнительные задания, не заезжать на мост. И раздавить тыкву. Дальше я не помню, как там еще было какое-то. Так, сейчас я быстренько настрою, и мы продолжим. We'll be right back.
мне пришлось перезапустить миссию, но, к счастью, все прошло недолго, и мы доставили бревна. Поэтому завершаем миссию и переходим к третьей. Поехали. Работаем по старинке. Испытание проходим, и нам нужно, во-первых, его пройти в кабине, не повредить свою машину и не использовать лебедку. То есть забраться на гору. Поэтому погнали. Я вам хочу сказать, это нужно очень сильно задротить, чтобы пройти это от первого лица. Но я прошел хотя бы от третьего. Поэтому давайте будем на этом прощаться. Прошли мы с вами три испытания. В следующей серии пройдем, наверное, какую-то карту, допустим, тоже болото. Ну, а возможно, еще одну для вас запилю из серию по испытаниям. С вами был Фантадоминатор, это была игрушка MudRunner. Всем удачи и всем пока.